Жительница Северского района лично обратилась к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с вопросом о газификации хутора Коваленко. Накануне руководитель региона провел личный прием для жен и матерей участников специальной военной операции на Украине. В обсуждении вопроса в режиме видеоконференции принял участие и глава района Андрей Дорошевский. Небольшой населенный пункт, где проживает женщина, сейчас частично газифицирован. Благодаря финансовой поддержке края в Афипском городском поселении удалось построить и ввести в эксплуатацию более 12 километров подводящего газопровода высокого давления к хутору Коваленко и 2 километра распределительного газопровода в самом хуторе. Газифицировать смогли 7 домовладений, остальные ждут. Для завершения газификации жилых домов требуется построить еще около 4 километров газопровода низкого давления. За счет средств местного бюджета разработали проектную документацию, которая получила положительное заключение госэкспертизы. Заявку на софинансирование подали в Министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края. На свой вопрос женщина получила весьма обнадеживающий ответ. До 1 октября газ поступит в хате, как говорится, в хате. Это очень хорошо, это прям спасибо большое. Ну вот когда будет, то есть отопительный сезон, да, вы нам обещаете быть с газом. Отопительный сезон, вы зайдете с газом. Спасибо. Так что покупайте уже газовое оборудование. Губернатор поручил во что бы то ни стало завершить работы по догазификации хутора Коваленко в этом году.